Спецназу Т. Это универсальная команда спецназа, как правило, внутренних войск. Войска специального назначения – эта фраза пришла из восточных единоборств, где обозначала последний, добивающий удар. Главной функцией этой фразы является активация скрытых внутренних ресурсов бойца, что бывает особенно эффективно при длительных и тяжелых нагрузках, когда не только организм, но и психика работают на износ. Например, это сдача на краповый берет. По сути, команда спецназу Т – это боевой клич, который еще тысячи лет назад помогал воинам в битвах, поднимая их боевой дух и притупляя чувство страха. Иногда эту фразу можно услышать в качестве приветствия бойцов спецназа. Информация по данному выражению очень ограничена и очень мизерная по своим размерам. И сегодня в этом выпуске я вам об этом, собственно говоря, и рассказал. Друзья, меня зовут Сергей Лахтин, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!